«Звездные расставания». Тема, которая неизменно вызывает у публики неподдельный интерес. Неужели и в глянцевом мире шоу-биза бывает не все гладко? Да, увы. Кто-то из артистов страдает после разрыва под песню «Максим». Кто-то смакует свеженький инфоповод на федеральных и YouTube-каналах. В общем, каждый переживает по-своему. Ольга Бузова, например, после прощания с Давой выпустила новый трек и закатила по случаю своего дня рождения такой праздник. Вместо слез рекой текли шампанское и черная икра, а уже свободная Оля сводила с ума присутствующих пикантным акцентом на своей пятой точке. В общем, в тот вечер локти кусали не только бывшие, о причинах размолвки с которыми история умалчивает. Да. У нас контракт, все, успокойтесь. Но и некоторые коллеги по цеху наблюдают за тем, как прямо с этого праздника жизни Бузова вновь залетает на страницы всех новостных порталов. Статус «Свободно» получила и экс-коллега Бузовой Ксения Бородина. Поклонники сопереживали ее расставанию с мужем Курбаном Омаровым, но напрасно. Достаточно скоро в соцсетях телеведущей вновь появились огромные букеты цветов, а на просторах интернета интригующие видео, на которых и Ксюша, и нежные объятия привлекательного мужчины. А почему бы, собственно, и нет? Она успешна, молода и красива, может себе позволить. Не обошлось без расставаний и в мире инфлюенсеров. Клава Кока сообщила, что у нее с Димой Гордеем все. Правда, о том, что что-то было до этого момента, тоже особо никто не знал, поскольку свою личную жизнь Клава держала за семью печатями, вопреки всем блогерским традициям. Ставить красивые точки в отношениях, выпуская прощальный трек, как это сделала Кока, становится новым трендом. Настя Ивлеева пока не поет, поэтому лирической песне предпочла совместную с ЛЖМ обложку. Все, что нужно, в своих треках потом расскажет он. Причины разрыва искали и в неравных доходах пары, и во многом другом. Однако истинные мотивы супруги решили не разглашать. Я заметила, вместе раскопали, поняли, что, ну, что-то не получается. О новых подробностях из жизни звезд в следующем выпуске. С вами была Александра Труфанова, ваш личный проводник за кулисы шоу-бизнеса. Увидимся в эфире.